Что те принесу или что те воздам, великодаровитый бессмертный царю, щедрый человеколюбчий Господи, яко ленящийся меня на Твое угождение и ничтоже благосотворша, привел еси наконец мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысел лукавый видимого сего жития, прости мое согрешение, едине безгрешне, я же ти согреших сей день, ведением и неведением, словом и делом, и помышлением, и всеми моими чувствами, ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественной твоей властью и неизреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени меня светом лица Твоего, егда приидешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтаний не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно хранителей наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего принесу тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшу словесем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящееся не пристает, тая заступлением и честного креста знаменем, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, и Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь.